А если ты хочешь купить, продать Драгона или любой другой донат на Real World, то заходи в мою группу Хищник Store, тут отзывы вообще не накручены, их я никак не могу удалять, все настоящее, то есть вот, видим отзыв, я ничего не могу с ним сделать, ни удалить, ни добавить, то есть это все отзывы максимально настоящие, все тут без скама, отвечаем быстро, все удаем быстро, частые розыгрыши, поэтому заходи в мою группу Хищник Store, тут все без скама, все чисто, так что ссылка в описании. Всем здорово, народ, с местного Агодилка. Сегодня топовый ролик с щитом Вилл. Сегодня меня Блюмаус скинул в ЧС. Давайте-ка прямо сейчас того покажу. Вот у нас Блюмаус, он меня кидает в ЧС. Все, не могу ему ничего писать. Это значит, что все, ролик полностью удался. Так что можешь сразу поставить лайк за старание. В общем, сегодня играю с Вилдом. У нас софт был добавлен одна интересная галочка. Это инвентарь Волк под вулкан. Вот, вот так мы включаем. Также у нас был добавлен автототем обход вулкан. Здесь тоже берем вот так вот вулкан байпас включаем. Все, у нас автотем не кикается, инвентарь Волк не кикается. То есть вот если я бегу, допустим, перемещаю предметы, вот у меня персонаж сам останавливается. Вот я возьму, допустим, кучу тотемов. Вот я их пытаюсь перекладывать. Вот у меня чел сам становится на месте. И все это отлично перекладывается. Также Килаура, все другое отлично работает. И Блюмаус, конечно же, кинул меня в ЧС за то, что я его так сильно запенил и в общем убил его. Так что знаете, Блюмаусу можно завести сейчас немножко фур дизлайков за то, что он так себя плохо ведет. Также отвлекся, тут видим, Блюмаус кинул меня в ЧС, но забыл сказать, что в начале этого видоса можно вилд купить по ссылке в описании, да. Здесь переходим в промокоды, вводим промокод Годзилка, применить промокод, утаем 10% скидку. Да, все еще в ЧСе у Блюмауса, поэтому окей, купить навсегда. Здесь можем киви оплатить, карта Украины, все что угодно. И как видим, здесь просто миллион всяких разных вариантов. Так что за эти промокод Газилка покупайте вилд по этому промику. В общем, вот тут немножко инфы, вот этот человек плохой. Вот, все, я не в ЧСе уже, как я понимаю. Так, сейчас. Написать сообщение. Нет, я все еще в ЧС, окей, но уже галочка появилась, окей, вот. Короче, показываю вам немножко changelog, вулкан, что-то тут краши какие-то, вертикальная скорость, короче, не знаю, но в общем, вилл сейчас очень сильно пенит, так что можете поставить лайк. Да, час ночи, Блюмаус кинул в ЧС, нахожусь в не очень состоянии, но что поделаешь, окей. Все, автокристалл, ватерспиды, все работает отлично. Вилд можно купить по ссылке в описании. Не буду затягивать. Погнали к PvP-моментам. Сегодня выбил очень много ресов. Все эти ресы я выбил именно с вилдом. Можешь сразу написать коммент, поставить лайк. Именно с такой темой, именно с такой КФГ. КФГ в описании, ВК в описании. Там можно за 100 рублей купить КФГ на вилд с апдейтами. Всем приятного просмотра, удачи вам. Just a glamour.
memorize desk job running away. I ain't even got friends, feel like everyone's fake. Really praying for the day the Reaper take me away. Brick a mirror, yeah, fucking brick a mirror. Glass shattered, gums bleed off the fucking never clear. Eyes red, mind race, fucking wish that you were here. I was really fucking hoping to be different this year.